Делаем каркас под ППУ. Здесь у нас вот здесь шла балка. Мы ее удалили, соединили поперечиной. Сделали нормальный проходной узел метр на метр. Сейчас собрали профиля. Собирали мы их вот так. Размер короба у нас по внутрянке 50 на 50. По наружке 60 на 60. Сейчас остановлю съемку. Потом обошьем все это дело. Покажу, чем обшивали. Не прошло и 2 часа, как мы закончили ППУ. Что сделали за это время? Положили ваты. Rockwall Sauna Bat с фольгой. Где в 2, где в 3 слоя по периметру. Где сколько позволяло место. Обшили короб жестью. Вот она. Следующим слоем был силикат кальция 3 сантиметра. Потом базальтовый картон. И закончили все это листом магнезита. То же самое, что флама, минерит, только дешевле. Все это обшили, сделали вот такой вот сэндвич из 3 слоев. Вот это самый лучший, самый надежный способ сделать ППУшку. Когда используются все 3 материала, уже 100% ничего нигде не загорится. Ну и плюс оставили воздушный зазор между ППУ и фольгой. Останется это все дело сейчас накрыть крышкой только и провести трубу. Трубу, кстати, мы не утепляем ничем, чтобы по над ней ходил воздух, остужал ее и все. Вниз спущусь, покажу, как снизу все это выглядит. Вот как снизу она выглядит, все 3 слоя. Все, останется прикрутить нам снизу экран и все. Снизу весь каркас утеплили фольгой и проклеили скотчем.